Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Лето. Латон. Лето – дочь титанов Коя и Фебы, упоминаемая Гомером и Гесиодом. Родила от Зевса Аполлона и Артемиду, причем нашла пристанище только на плавучем острове Делос, так как, во-первых, ревнивая Гера преследовала Лето, и, во-вторых, жители других городов и островов испытывали страх перед могущественными богами, которых Лето должна была произвести на свет. По более поздней версии, Лето было запрещено рожать детей на суше, и Посейдон перенес ее на плавучий остров. Лето убило детей Необы за насмешку над ней и ее детьми. Лето официально известная как богиня материнства. Наряду с Артемидой и Аполлоном она также является защитницей детей. Ну вот так вкратце о Лето. Лето – дочь титанов Коя и Фебы, упоминаемая Гомером и Гесиодом. Пока-пока, до свидания.